Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу, смотреть на мосты моего города. Поцелуев мост, автодорожный арочный мост через реку Мойку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяющий Казанский и Второй Адмиралтейские острова. Одно из знаковых мест Санкт-Петербурга, которое обросло легендами насчет своего названия. Мост упоминается в песне 50-х годов «Ленинградские мосты» в исполнении Леонида Утесова. Я пользуюсь Википедией. Соединяет улицу Глинки с западной набережной реки Мойки. Рядом с мостом расположен комплекс Новой Голландии и здание морских крюковских казарм Центральный военно-морской музей. Хорошее место. Выше по течению находится Почтамский мост и ниже Краснофлотский. Ближайшая станция метрополитена Садовая. В 1738 году комиссия о Санкт-Петербургском строении установила для моста наименование «Цветной». Существующее название моста известно с 1790 года и дано по наименованию питейного дома «Поцелуй» купца Третьей гильдии Никифора Васильевича Поцелуева, который располагался на левом берегу реки Мойки на углу Никольской улицы с 1739 года. В 1738 на этом месте существовал деревянный пешеходный мост на каменных опорах с подъемной частью для пропуска мачтовых судов. В 1768 он перестроен для транспортного проезда. В 1808 по проекту архитектора Гесте началось строительство однопролетного чугунного моста. Но из-за начавшейся войны с Наполеоном строительство моста было приостановлено до 1813 года и завершено только в 1816. Чугунные тюбинги для пролетного строения были изготовлены на уральских заводах Демидова в 1814 году, ограждение на Петербургском чугунолитейном заводе. Мост упоминается в очерке Грибоедова «Частные случаи петербургского наводнения», посвященного наводнению 1824 года. В 1888 году заменены 5 лопнувших чугунных ящиков новыми. Разобраны 2 крайние арки для исправления пят в гранитных устоях. Окрашены нижние части моста. 15 июля 1908 года началось трамвайное движение по мосту. В 1952 по проекту Рогача восстановлены 4 гранитных обелиска, увенчанных шарами со светильниками. А уже при реставрации 1969 года шары обелисков покрыли позолотой. Ну вот несколько легенд. Первого говорили, что мост служил местом прощания и встреч. Здесь прощались со своими возлюбленными все, кому приходилось уезжать из города. Мост по одной из бытовавших версий назван поцелуем от того, что ведет к воротам гвардейского флотского экипажа. Здесь моряки прощались со своими подругами. Считалось, что здесь арестанты прощались с родными. Далеко находилась тюрьма. Отсюда и множество поцелуев. Согласно одной из легенд, название объясняется тем, что в старину у влюбленных был обычай при переходе через мост целоваться, чтобы, как они говорили, при этом друг другу никогда не расставаться. Также фигурируют старинные обычаи целоваться с проезжающими и проходящими через мост всякий раз, независимо от степени близости и родства. Сохранилось предание, что в старину Поцелуев мост служил местом для свиданий молодых влюбленных, по каким-то причинам вынужденных скрываться свои чувства. Но хочу сказать, что я тоже целовался, когда был маленьким на этом мосту. То говорят, что если при расставании поцеловать человека на этом месте, то он обязательно вернется. Считается, что влюбленные, поцеловавшиеся на мосту или еще лучше под ним, непременно будут счастливы. Обычно это делают тогда, когда проходят на катере под мостом. Мера этого счастья будет зависеть от того, как долго длится их поцелуй. Также рекомендуется посетить его молодоженам. В день свадьбы советуют пройтись или проехать по поцелую мосту. Причем начать поцелуй новоиспеченные супруги должны на одном берегу Мойки, а закончить на другом. И тогда им обеспечена долгая, счастливая семейная жизнь. Вот такие легенды, такие обычаи у нас в Петербурге. Мост однопролетный, металлический, арочный, по конструктивной схеме. Идентичен Садовому, Варшавскому и Пантелеймоновским мостам. Предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть включает в себя 4 полосы для движения автотранспорта. Покрытие проезжей части асфальтобетон, тротуары гранитные плиты. Общая длина 35,8, ширина 23,5. Ну, вот так вкратце немножко про Поцелуев мост. Это мост в Санкт-Петербурге, который соединяет Казанский и Второй Адмиралтейские острова. Пока-пока, до свидания.